И всем привет, дорогие друзья, с вами Андрей, и я хочу вас поздравить с этим. Именно этим. И угадайте, кто самый ленивый человек в мире и делает это в последнюю очередь. Но если серьезно, Новый год уже сегодня, и я, наверное, последний, кто это записывает, и кто даже поздравлять не умеет, но когда я зашел в ВКонтакт, узнал, что сегодня 31 число, было примерно вот такое вот выражение. Но, тем не менее, если вы мне не верите, то вы уж точно должны поверить ВКонтакте, ведь он не обманет. Примерно такая вот херня происходит ВКонтакте, видя, как всегда он нас не обманывает. И, в принципе, как взрослый состоятельный мужчина, я даже позволил себе ёлки, несколько. Ладно, не позволил, ладно, подарили. Ну, во всяком случае, это ёлочки лучше, чем ничего. Ну, а если уже совсем серьезно, то реально с Новым годом вас, ребята, счастья в Новом году, забыть все обиды, что были в этом, может, что-нибудь еще хорошее вас ждет в следующем году. Много поздравлять я, конечно, не умею, и, блин, я такой человек, который умеет их выслушивать и так краснеет. А в комментариях вы можете поздравить друг друга, поздравить меня, вас. Может написать какие-то хорошие вещи, которые произошли с вами в этом году, которые произойдут в следующем. Ну и всем большое вам спасибо. Так что всем удачи и до встречи в новом году, в 2015. А я выпью за вас колу и нажрусь ею в 12 часов. Пока.